Вот сегодня мы летим в Малайзию, и будет полный блог про Малайзию, что мы будем кушать, куда мы будем ходить и как будем развлекаться. Да, в Ташкенте же мы коняшку попробовали. В Малайзии попробуем крокодила, бегемота, кашалота. Если, конечно, найдем. Да, если там готовят, там готовят, там меню, уже меню одобрили. Одобрили. Так что ждите красивый влог, дочь. Влог. Аким, сейчас я задам тебе три вопроса, на которых надо ответить. Просто честно, ладно? Хорошо. Какие ожидания от города? Большие ожидания. Спасибо. Что хотите съесть? Лягушку. Чего ждете больше всего? Обезьяну видите. Обезьяну видите? Да. Да. Мам, какие ожидания от города? Ну, наверное, самые лучшие ощущения. Отдых, радость, смех, развлечения. Что хотите съесть? Я? Хочу змею попробовать. Чего больше всего ждете? Я? Море. Елена, можно задать три вопроса? Давай. Какие ожидания от города? Ну, самые необычные, интересные. Что хочешь съесть? Что хочу? Лобстера. Лобстер? Хорошо, что не змею. Так, чего ждешь больше всего? Жду красивые места, природу посмотреть, деревья. Море. Ну, больше меня интересуют горы. А станцуешь? Привет. Что ты ожидаешь от поездки? Так, я ожидаю моря эмоций, провести хорошее время с родителями и много пофоткать всего. Что ты хочешь съесть? Макдональдс. Чего я жду больше всего? Так, я жду больше всего парк развлечений, потому что я хочу скатиться с этого американской горки, ну вот этой петли. Папа, можно задать три вопроса? Конечно, задавай. Что ждешь от города? Впечатлений. Впечатлений? Да, что я жду. Что хочешь съесть? Лягушку и змею. Все одни тоже хотят съесть лягушку. Крокодила тоже хочу, вяленого. Вяленого попробовать, крокодила. А если получится, я буду ловить комаров и буду просто есть комаров. Ртом. Ртом. Чего ждешь? Эмоций. Каких? Смешных эмоций. Пожалуйста. Что будет дальше? Посмотрим. If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and hope we'll meet again. Oh, life could be a dream, if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. Da, 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 da. If you do what I want you to, baby, we'd be so fine. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Shaboom, shaboom, ya-da-da-da-da-da-da-da, shaboom, shaboom, ya-da-da-da-da-da-da-da-da, shaboom, shaboom, ya-da-da-da-da-da-da-da-da, shaboom.
все, здравствуйте! Вы снова на моем блоге. Сегодня мы пришли на Sky Bridge, на котором мы уже прошли. Это такой мост, который шатается. Сейчас мы на смотровой площадке. Также мы приехали сюда на фуникулёре. Пожалуйста, наслаждайтесь видом. Мне понравился путь, фрукты, сам мост и вид. Да. Здравствуйте! Сегодня третий день нашей поездки на острове Лангкаве. Сегодня мы ездили на остров Беременной Девы. Называется он так, потому что один из островов очень похож на беременную женщину, которая лежит. Мы ездили на лодке. Все было интересно, шикарно. И мы ездили с гидом, он нам все рассказал и показал. Следующие отзывы от моей семьи. Брат, привет! У меня к тебе пару вопросов. Понравилось ли тебе сегодня на острове и как мы провели день? Мало половин, мало половин. Остров очень мне понравился. Провели день мы шикарно. Сейчас пойдем обедать в сифуд ресторан. Надеюсь, будет вкусно. Ты можешь сказать дополнительно, не относясь к этому вопросу? У меня появляются связи здесь. Я познакомился уже почти со всем Старбаксом в этом финале. Молли. Я тебя поздравляю, спасибо большое за комментарий. Расскажи, понравился ли тебе сегодняшний остров и что-нибудь дополнительное? Мне очень понравилось. Я получила кучу эмоций. Я увидела дельфинов, обезьянок, разных крабиков. Очень красивый был остров, пляж. Ну, в общем, мне все понравилось. Мне понравилось ехать на лодке, по волнам кататься. Это было незабываемо. Спасибо большое, мам. Пожалуйста. Лена, привет. Можно задать один вопрос? Конечно. Расскажи, пожалуйста, какие эмоции ты сегодня испытала и понравился ли тебе сегодняшний день? Ой, эмоции были сумасшедшие, просто в хорошем смысле. Сегодня мы ездили на остров, и мы не ждали сегодня увидеть дельфинов, но это была моя самая такая долгожданная мечта увидеть именно в открытом океане, как плавают дельфины, и мы увидели целую стаю. А это знаете, почему в деревне все же хотела дельфинов, увидеть дельфинов в океане? Я испытала кучу разных эмоций, и радость, и восторг, и слезы от радости. Короче, путь было очень-очень незабываемо. Хочешь рассказать что-нибудь дополнительно? Ну, скажу одно, что я этот день запомню надолго.
не знаю, навсегда, но надолго. Спасибо. Привет, дочь. Да, можно? Задавай. Восторги. Много неожиданного я узнал, много неожиданного я увидел. Это был потрясающий день. Мне очень понравилось. Мне понравилась ваша реакция, мне понравилась Дельфина, мне понравилось, как Лика на лодке засыпала. Могу рассказать много. Мы видели сегодня дельфинов. Мы плавали на острове, на пресной воде, в пресном озере. Это такое озеро большое, огромное. Я узнал, что у нас в отеле живут два варана двухметрового роста. Я их не видел, но я узнал про это. Я видел сегодня обезьян, я видел птицу, я видел обезьяну, я кормил обезьян. Я сегодня подружился с крабом. Крабом, реально красивым крабом тоже у меня будет, я покажу. В жизни никогда не испытывал этих эмоций. И вот этот остров Лангкави подарил столько эмоций, новых эмоций, которые я видел только в фильмах. Почувствовал сегодня с Акимкой себя Робинзонами Крузо. Было круто. Да. Пожалуйста. Мы пришли в китайский ресторан. Это же сейчас будет с папой. Вот мы, короче, пришли сюда, чтобы попробовать все это, и это невероятно вкусно пахнет своим ароматом. Так, пробуем кальмар. Очень мягко, вкусно. Всем спасибо, до завтрашнего дня. Уже третий день мы живем в таком замечательном отеле, который называется Пиланки Бич. Здесь много пальм, красивые виды, и это все находится около моря. Здесь также есть магазин, который находится сзади меня. Здесь все потрясающе, и дальше я покажу виды. Сегодня мы приехали в Бату Кейс. Это Бату пещеры про вот этих вот богов мистических. Все, что интересное, узнаю, расскажу. По дороге нас будут встречать обезьянки. Мы поднялись на гору, 471 ступеньку. Здесь очень жарко, жарче, чем на улице. Мой брат бежит. Брат, расскажи легенду, пожалуйста, про этот павлинов. Короче, он не хочет рассказывать эту. Мы сюда поднялись и уже уходим. А здесь, короче, я снимаю мусорный бак. История про павлина, это типа... Короче, пока. Сегодня мы пришли в павильон. Местный торговый центр. Он самый крутой, потому что здесь находятся все люксовые бренды. And every face.
High crowd, we can K. Yeah, what's a D? Sip it low key. Всем привет! Сейчас мы приехали на канатной дороге в парк аттракционов. Следующие видео будут с видами на горы и также парк аттракционов. Dong dong club, I'ma get the nighty. Everywhere, yo, make a pee. BKK, she took this a D. Rosanna, be come a pee. Put quam sexy, don't turn off a D. Baby, please, tell me what you do, you mean. Quick up, chat loud, turn the knee. Контент в YouTube блог. Спасибо. Сегодня на пятый день нашего прилета в Малайзию мы пришли в парк развлечений, где покатались уже на многих аттракционах, которые я покажу далее. Пять минут назад мне было плохо, сейчас тоже не лучше, но идем дальше кататься. Зачем мы сюда пришли? Мы только что вышли с парка аттракционов. Веселые, довольные, было прикольно. Нам понравилось, очень понравилось. Мы уходим уже. Cause I don't care, as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the
the bad things disappear. But you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal. Все, время уезжать. Теперь нам остается 10 часов перелета в обратную сторону.